Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Мы сегодня проснулись, а у нас снова пришла зима. Конечно, были планы запланированы такие, чтобы поработать на улице, дальше продолжать убирать участок, наводить порядок, но снег, в общем, погода нам спутала все карты. Сейчас мы поедем в город Кропоткин, будем забирать нашу курочку Катюшу. Она у нас будет необычная, она будет отличаться от всех, но она не сушка. Почему будет отличаться от всех? Потому что это, чтобы было так, как вам сказать, чтобы ее было сразу видно ото всех, чтобы она отличалась, потому что эти денежные средства нам присылала Екатерина Андреевна с пометкой назвать курочку Катюша. И поэтому мы приняли решение, что она будет у нас необычная. Дальше. Ольга Викторовна присылала нам тоже денежные средства буквально несколько дней назад. Мы долго думали, что с ними сделать и куда их, в какое русло пустить. И мы решили, что мы купим петушка. Петушок у нас тоже будет необычный. И поэтому, видео мы вам все дальше покажем. Сейчас мы за ними поедем. Вам спасибо большое, огромное спасибо за вашу поддержку, советы, пожелания, за то, что вы нашу молодую семью поддерживаете, подсказываете. Желаю вам самое главное, это крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Мир вашему дому, чтобы вы чаще улыбались. Все-таки наступила весна, пусть она будет необычная, такая поздняя. Но чтоб на душе у вас цвели только цветы. На, поснимай, поснимай. Забрали мы нашу петушка и курочку, сладкую парочку. Везем мы вот так их в коробочке. Где они там у нас? Вон они у нас там сидят. Улетели из коробки. Полетали, на машине накакали. Полетали по всей машине. Вон, на сиденье накакали. Там на сиденье покакали. Папа, всем привет. В общем, снег начинает таять. У нас плюс 4, уже стоят лужи. В общем, мы возвращаемся домой. А нет, еще заедем в магазин, купим эту поилочку, да? Поилки, да, надо. Да, крышечки на баночки такие. Сидят. На. Куда собрался? Ты это, блин. Смотрят так. Привет. Катюша у нас спряталась. Как тебя будем называть? Дай поглажу. Да не кричи ты. Дай поглажу. Умничка какой, умничка. Умничка. Красавец, да? Пока ловила нашу сладкую парочку, все меня угваздали. Знаете, какие у нас Катюша яички несет? Вот такие. Вот такие у нас яички. Это наша Катюшенька нести будет. Такие малюсенькие. Вообще шикарно. Ну, а как петушка будет, будем называть, мы дадим право выбора вам. Мы выставим пост. Опрос. Опрос. И уже под этим постом можете опросом пройти, и мы выберем несколько вариантов, и какое большинство, количество голосов наберет, то и выберем. Приехали в магазин купить поилки. Здравствуйте. А у вас есть черви или парочки? Нам поилки нужны, Саша. Купили поилочку, стоит она 25 рублей. Здесь у нас также продолжаются антибиотики, пропаиваем их. Сегодня у нас уже 4-е сутки. Пойду сейчас им поставлю. Пока мы ездили за нашей сладкой парочкой, Юля у нас напекла здесь с картофелем, а вот эти у нас с морковкой. Так что сейчас мы будем кушать. Если кто-то кушает, всем приятного аппетита. Мы принесли... Ой, все расфорошили тут. Принесли их сюда. Выходите. Выходите.
Разворошили все. Ой, Катюша побежала. Катюня! Беги! Ну, давай. Вот так вот тут. Ё-моё. Чашку взяла, перевернула с водой. Вообще. Сейчас все выметать опять надо. Сейчас голосование пройдет. Придумаем, как тебя назовем. Это Катюнька. О. Красавицы такие. Фарточка такая. Симпатюшная. Марина. Какой ты говорун. Катюша. Катюша, иди в кадр. Стесняется девочка. Ну, бегает. За ним, главное, ходит она. Катюня. Катюнечка, я не буду тебя обижать. Иди сюда. Типа, они клюют. Сбежала. Воду разлили, сейчас я им налью. Вот так он у нас кричит. Все, хочу ответить на один комментарий. Писали про Цезаря, чтобы сделать ему будку. К сожалению, мы пока этого сделать не можем. Со временем обязательно мы это сделаем. Поменяем ему будку. У нас нет пока стройматериала и нет возможности переделать ему эту будку. Поэтому все со временем. И, как вам сказать, у нас только 2 месяца, как мы проживаем, как говорится, здесь. И за 2 месяца большой объем работы сделать, но это не по нашим силам. Все со временем мы двигаемся вперед. Мы по силе своей возможности. Мы делаем и исправляем там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, то есть, как вам сказать, все сразу не бывает, не бывает и невозможно этого. Где-то, конечно, у кого-то есть возможность, они делают, но у нас нет такой возможности, поэтому все со временем и все постепенно. Надеюсь, я вас не хотела обидеть. Цезарь, конечно, там, что вот у него цепи, нет у нас этой возможности все изменить. Поэтому, поймите нас правильно, как говорится, я понимаю, что, возможно, некоторые только к нам приходят, знакомятся с нашей семьей, не все видео видели. Поэтому я вам и отвечаю на эти вопросы в видео, потому что, как человек, когда новый заходит, смотрит, если ему нравится тематика нашего канала, нравится, как мы снимаем и как мы живем, он остается, и со временем он узнает, и... какие-то вопросы, советы дает. Часто еще в комментариях попадается такой вопрос. Работает Оля или Юля? Конечно, работает. Работают как? Они дома работают. Был такой отличный комментарий в поддержку Оли и Юли о том, что работать в частном доме достаточно. Есть видео, где я подробно рассказывала, откуда у нас какой доход и как мы работаем, где мы работаем. Я, к сожалению, пока не могу выйти на работу. У меня... приглашали работать продавцом в сетевой магазин, но у меня нет этой возможности выйти. Если я выйду на работу, я перестану получать пособие. Это первое. И второе, получается, зарплата и те пособия, которые мы сейчас на данный момент получаем, но там минимальная. И мне это как бы неудобно. Я бы с удовольствием пошла на работу. Если была бы работа полставки, то есть с сохранением пособий на детей, тогда, конечно, я бы вышла. Но они не пошли на эти условия, поэтому я пока сижу дома, пока Каролине не исполнится 3 года. Я недавно с одного цветка снимала такие вот маленькие росточки и вот посадила их в водичку, просто в рюмочку нашла здесь. И вот уже корешки такие вот прям хорошие пустили, и я сейчас их посажу. И вот они у нас расти. В каждый по отдельности в горшочке я посажу, пока в маленькие, потом уже со временем горшочки побольше приобретем и уже буду, по мере их роста пересаживать. Вот так у нас. А были вот такие вот корешочки, как не корешочки, цветочки, вот такие вот маленькие. Я думаю, выживут. Ну вот, уже и подросли. Этот листочек у нас уже отмирает. А этот прям такой фиолетовый, симпатичный, прям такой.
Уже здесь побеги листочков пошли. Сейчас начну садить их. Помощница. Пойдем покажем, что посадили. Пойдем? Давай покажем. Пойдем. И потом унесем стул. В общем, посадила я отросточки. Здесь побольше посадила, здесь поменьше. В стаканчике дырочку сделала. Поставлю я их в комнате на подоконнике. Надеюсь, хорошо видать. В общем, вот так вот. Тарелочки подставила, что если водичка тут сбегает лишняя, чтобы не разливалась на подоконник. Я уже хотела с вами попрощаться, а мальчишки говорят, что с дочечкой, сейчас унесем. Мальчишки говорят, а что про нас забыла поздороваться, не дала нам. Ай, дайте. Всем привет, наши дорогие друзья и гости нашего канала. Ты молоко что ли пил? Нет. Нет? Все? Сказали? А теперь будем прощаться. Еще я вам хотела сказать, что сегодня я выйду первый раз в эфир. Конечно, я буду волноваться, стесняться, но ничего, это будет первый раз. В общем, мы с вами будем прощаться, а я с вами еще увижусь. Всем спасибо, что вы нас смотрите и поддерживаете. До новых встреч. Пока-пока. Каролиночка, пойдем. 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 Несите с Дима, несите.